дисков равен нулю. Явление электростатической индукции или электризации через влияние может быть продемонстрировано следующим образом. Два металлических цилиндра соединены с двумя электроскопами, и вся система вначале разряжена. Затем мы натираем мехом стеклянную палку, подносим ее к одному из цилиндров, видим, что показания электроскопов отличаются от нуля, после этого раздвигаем цилиндры. Поднося затем заряженную палку к одному из электроскопов, мы видим, что его показания увеличиваются, а у другого уменьшаются, что говорит о разных знаках зарядов на этих цилиндрах. Если затем свести оба цилиндра вместе, то показания электроскопов уменьшаются до нуля, то есть заряды полностью компенсируют друг друга.